еще, дорогая моя, будешь вместе со мной что-то там приблудничать. Нет, она будет есть. Нормально? Есть, есть. Давай, ты в эту сторону, в эту. Давай. Ну, ребята, можешь быть и блогером стать, а? Уходи, пока не поздно. Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня у меня в гостях, наконец-то, Маша Маева. Ребята, всем привет! Я наконец-то на канале Лисы. Если она у меня была всего один раз, то я у нее еще ни разу не была. Это твой первый раз сегодня. Мы снимаем коллаборацию, ребята. А ты знаешь, что ты будешь тут делать вообще? Что у тебя есть целых два варианта, что делать на моем канале. Первый угадай, а второй что делать? Сосай? Да! Я, видимо, сегодня буду делать сосай. Почему ты так уверена в этом? Так уверенно сказала, что будешь делать сосай. Потому что у меня мало косметики, я плохо в ней разбираюсь. Я даже сейчас не накрашена почти. Чудесно, тем лучше. Наконец-то кто-то ко мне пришел без опыта макияжа, кроме Василисы. Она тоже была без опыта, и, как вы помните, Василиса сделала очень приятные вещи для меня, если бы я была мужиком. Обязательно подписывайтесь на мой канал, тык, включайте себе уведомления в публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Подписывайтесь на Машу после того, как она закончит сниматься в этом видео. Сосай, закончу делать. Подписывайтесь и начинаем. Самое первое, что я хочу тебе показать, чтобы ты выбирала, это твои нюдовые тени. Так как ты делаешь у нас в основном легкий макияж, наверное, это самая часто использованная твоя штучка. Давай-ка посмотрим, как она раздолбанно выглядит. Ой, как неприятно, да? Как неприятно. Ну, угадай. Ну, блин, я сейчас как Тилька начну реветь. О, не надо. Угадывай лучше. Делай с ними что хочешь. Можешь наносить на себя, можешь наносить на руку, можешь их съесть. Я тебе скормлю. Но это точно не то, потому что это супер светло. Мне кажется, это ты положила, чтобы просто положить. Но они прям... Меня бесит, когда ты ржешь. Мне все время кажется, что ты подвох какой-то сделала. Но это точно не Urban Decay. Я напоминаю, у меня палетка Urban Decay. Единственное, что мне подарили по бартеру, Urban Decay. Блин, ну не очень похоже на мое, потому что моя супер пигментированная. Там, блин, кисточку чуть-чуть окунешь, и что, и хана. Вот это, мне кажется, она. Да. А говоришь, не бьюти-блой, а говоришь, не шаришь. А? Вот сразу это. Свою палетку нашла, да? Забери, да, и мои тоже забери, видишь, у тебя теперь много косметики. О, да, это так работает. Да. А ты не знаешь правила? Подожди, нет, я знала, но я почему-то забыла. У тебя все обычно просто проигрывают. Да, теперь это все твое. У меня три покроссанные палетки. Что ж, сейчас будет тональный крем. Вот это я вообще без понятия, как ты будешь угадывать, поэтому делай то, что мы хотим, чтобы ты сделала. По цвету ты тоже ничего не поймешь. Это гарнир пахнет. Посмотрите, она говорит, не шарит, а сразу. Это гарнир, и так пахнет. Кстати, она угадала. О, вот это Никс. А это Maybelline. Ты хочешь сказать, что я не угадала? Ты уверена, что это Maybelline? Подожди, давай еще раз первым сравним, про который ты сказала, что это гарнир. Сейчас я... Я могу врать. Я посвотчу. Ах, я посвотчу. Ну давай, сводч. Прям на черные тени. Хорошо, сводч идет, хорошо. Покажи, как ты сводчишь поближе в камеру. Покажи, как ты сводчишь. Да вот это мой. Это вот этот. Вот, про этот я говорила, что это гарнир. Ага. Подожди, ты говорил про гарнир вот этот? Нет, это никсовский. Это никсовский? Ну-ка, давайте, я должна проверить. Поняла. Угу. Вот это гарнир, а это мой. О, угадала? Я угадала? Ну, ребята, можешь быть и блогером стать, а? Я молчаливо буду на тебя недоумевающе смотреть. Она мне тут такая распалилась, я ничего не угадаю, у нас будет много заданий, я ничего не знаю, не шарю. Уходи, пока не поздно. Маша. Я не угадаю, потому что я помадами не пользуюсь, они у меня просто дома лежат. А, то есть ты принесла просто хлам? Нет, ну вот ты мне сказала, принеси помаду. Я тебе говорила то, что у меня как бы помада – это вещь, которая на моих губах почти не бывает.
Я буду свочить так. Мастер своч. Твою мать, они супер разного цвета, но я без понятия, какая моя. Блин, я думала, что помада — это первое, что ты сходу, даже, знаешь, не открывая коробку, вот так вот бабах, и все, и поняла, где что. Либо такой, либо такой. Ну, вот такой, типа... Я приносила 4 помады ей. Вот какой. Мне кажется, вот это моя. Ты уверена? Да. Вот это? Ну, потому что... Угу. Я, знаешь, что сделала? Я просто молчаливо выйду из кадра. Ты опять угадала? А, нет. И просто молчаливо наконец-то дам тебе эту коробку, из которой ты будешь сейчас тянуть себе задание, потому что ты только что сделала то, чего я ждала, что ты сделаешь. Давай, тащи. Какой бред тебе выпал? Отдать первому подписчику. Значит, задача такова. Сложная задача, однако тебе придется с ней справиться. Хуже. Ты приезжаешь в какое-то место и в своем инстаграме делаешь анонс, что ты сейчас в этом месте. И что первый, кто тебя найдет, получит от тебя косметику. Знаешь, чем мы будем заниматься после съемок? Пойдем с тобой в центр хавать. И вот будем этой фигней вместе страдать. Какого черта? Посмотри, как она обычно. После этого блогеры мне говорят: да, конечно, хорошо, так именно и поступим. И уходят заниматься, и я как бы еду заниматься своими делами. А это говорит: нет, мы поедем вместе есть. И ты еще, дорогая моя, будешь вместе со мной что-то там приблудничать. Нет, она будет есть. Нормально? И через окошко смотреть, как я это буду делать. А если у меня настолько маленькие подписчики, что они не придут? Они придут. Да? А как мы им отдадим по крамсу на помаду? Просто придется покупать новую. Тебе. Твою же помаду покрамсали. Ну, можешь отдать им поюзанную, но я думаю, они не оценят. Да ладно, поржут хотя бы. Лис, это, конечно, смешно, а с другой стороны грустно, но я с этой помадой ходила весь день. Никто меня не узнал. Никто. Но дайте мне еще одну попытку, я обязательно найду человека, который узнает. Если не узнает, я в конце дня, после съемок, отдам просто прохожему. Я хожу по торговому центру уже 30 минут. И меня никто не узнает. Такое ощущение, Вась, как будто бы я не блогер. Меня никто не узнает. Есть один вариант. Либо ее заныкать в кустиках, либо и просто отдать... координаты, кстати, типа для подписчиков, и потом они заберут. Отличная тема. Это хороший вариант. Угу. Это около... Это вот здесь, около вот этого карто фикс. И вот здесь Бургер Кинг есть, маленькая леди, Нежный лабиринт, Мазер Кер. И вот здесь, вот в этом лежит помадка. Вот здесь она. Закопана хорошо. Ищите. Так, ну что, мать, ты готова? Я это ты готова, а ты не готова. Я просто к тому, что я не готова. Я не готова еще что-то делать. Блин, я так... Я не против отдать подписчику вещи, но... Твою... Ты скромсала мою палетку NYX, да? Да. Молодец. Я вообще-то про тебя это делала. Проблема в том, что там такой цвет есть и такой. Да, это проблема. А ты думала, ты придешь и такая: у меня зеленые тени, она мне принесла розовые, сейчас я быстро их угадаю. Нет, так это не работает. Ну-ка, давай. Сияшечка. Это не Никс. Смотрите, она прям реально шарит. Это не Никс. Все. Мне стало жить легче. Черт. Я знаю, что это черт. Не Никс. Или Никс. Подожди, я запуталась. У тебя 5 секунд, я усложняю правила. С этого момента у тебя есть только 5 секунд. 5 секунд. 4 секунды. 3 секунды. Ладно, хорошо. Не тяни время, говори. Мы не женщина. Вот это точно не мое, то, что я рассыпала. Это слишком яркое тоже, чтобы быть моим. Но там в палетке они более блеклые. Хотя вот это похоже было, вот это. Ну вот это моя коричневая, вот это. Ты же... Я не готова, нет. Ты такое лицо делаешь, но это просто не... Я не готова давать единственную палетку. А если их больше не выпускают? Что? Я просто стою. Просто ухожу. Просто возвращаю тебе все твое. Да. И просто стою здесь. Давай, ты бери в эту сторону, я давай. Дуй. Ну
не знаю я, что с тобой мне делать. Она так мне внушала, она так переживала, так боялась, а теперь сидит и боюсь уже и переживаю я. Вы видите, насколько сильно переживаю. В общем, хойлайтеры. Я даже помогу тебе открыть, потому что тут с открыванием проблемы. А мы уже поняли, что ты можешь обронить вещи. Нифига у тебя рыжий хайлайтер. Блин, ну Маша. Она мне прислала такую фотку, он казался у меня такой темный. Давайте эту фотку покажем, которую я ей прислала. Там он вообще был светлейший. Тебе идет. Спасибо. Че, давай неси, это не мои. Я заберу. Самый скучный выпуск года или сосай. Я просто пришла забрать косметику. Ну что, Маша, поделись своими впечатлениями. Как ты считаешь, ты все-таки сделала первое или второе? Ладно, я просто дам тебе вот это. Смотри, у меня для тебя косметичка, смотри. Ты серьезно? Конечно, у меня для тебя есть небольшой подарочек. Я могу прям просто смотреть? Да. Ты серьезно? Да. Это все для вас, женщина. Что это? Это маска для волос. А, я думала, ты мне желе решила. А, нет. Но я бы могла, учитывая, что я люблю желе. Это тебе контент. Никак не хочется сотрудничать, а у меня теперь ебо. Это который с запахом шоколада, да? Да, это который пахнет шоколадом. Я знаю о них, да. Это тебе подводка. Ой. А это тебе такие кремовые тени, которые очень легко наносятся, очень легко растушевываются прямо за минуту. Так что я надеюсь, тебе все это понравится. Спасибо большое, что пришла ко мне на канал. Спасибо тебе. О, обязательно подписывайтесь на Машу и обязательно переходите к ней, потому что там вы увидите в скором времени видео со мной. Прямо сейчас на канале там видео. Наши больные фантазии, да, там у нее. Пока. И ее тоже. Пока. Прощаемся.